Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Его коллектив, возглавляемый героем социалистического труда, академиком Академии медицинских наук СССР Владимиром Ивановичем Бураковским, ведет всестороннюю разработку проблем хирургического лечения сердца и сосудов. Как лучше лечить больного после сложной операции на сердце? До недавнего времени врач, опираясь на данные объективных исследований, решал это, исходя из собственного опыта, интуиции. Но вот группа ученых под руководством доктора биологических наук Лещука создала математическую модель работы сердца. Она отражает взаимосвязь процессов, протекающих в системе кровообращения. Выведены формулы, определяющие изменения в характере сердечной деятельности под влиянием тех или иных лекарственных веществ. В ЭВМ вводятся показания датчиков, результаты анализов. И вот смоделировано состояние сердца больного после операции. Оно требует срочного медикаментозного воздействия. Выбранное средство проверяется на математической модели. Лекарство не подходит. Под его влиянием некоторые параметры сердечной деятельности превысят допустимое значение. Нужно другое лекарство. И врачу уже легче сделать выбор. Снова проверка. Хорошо. Все параметры будут в норме. Больной получает именно то, что нужно. Учтены тончайшие оттенки индивидуальных особенностей его сердечно-сосудистой системы. Так работает АСОРВ, автоматизированная система обеспечения решений врача. А вот уже и явное улучшение. Дело пошло на поправку.